Получить внутренний паспорт в России теперь можно всего за 1 час. В МВД обновили и упростили административный регламент по предоставлению услуги. Подать документы можно как в подразделениях Министерства внутренних дел, так и в многофункциональных центрах. Для этого необходимо заранее отправить электронное заявление через портал госуслуг. Вдвое меньше теперь придется ждать паспорта, оформленного не по месту жительства. 30 дней вместо 2 месяцев.